благодарна Константину за эту игру, за то, что была возможность прожить разные моменты. От меня получилось от бедности до среднего уровня прожить именно, понять, в чем твои слабые места, в чем затыки, и увидеть солнце, что мы можем идти дальше, и вот эти вот наши опытные моменты, они нам помогают в нашем развитии. Вообще очень классная игра, замечательные вопросы Константина помогали просто, ну, что-то такое из головы доставать, да, и вот понимаешь, вот, здорово, все же понятно. То есть настолько грамотное и бережное ведение этой игры, оно тоже имеет место быть, и благодарю. Большое спасибо.